Всем привет, с вами Алхой. И сегодня я буду играть, это мое первое видео на канале, сегодня я буду играть в пасьянс косынку. Но так у меня нет нужных карт, то есть в колоде нужно 52 карты для пасьянса, у меня только 36 их. Обычных, то я буду играть это в пасьянс в видеоигре. Вот, скачал игру. Про пасьянс, надеюсь, тут не будет, как я когда-то играл, какие-то тоже игры про пасьянс, что-то там вообще непонятно что. Надеюсь, это будет нормально. Правила игры пасьянса довольно просты. Вот, например, как нам тут говорится. Меньшая карта кладется на большую карту, только если большая карта противоположный цвет. Например, черная четверка, четверка трефа. Можно положить только на красную пятерку. Да. Соответственно, красную пятерку можно положить только на черную шестерку. При том, что 5 и 4 вместе, они могут двигаться к этой шестерке. Соответственно, черная шестерка на красную семерку, семерка на черную восьмерку и так до короля. Следующее. Короли можно класть только на свободные карты. То есть, смотри, тут всего 7 колод есть. Если одной из них не будет, то все, там все карты используем, туда можно положить короля. Потом, когда у вас будет туз, вы заметите туза, сразу кладите его вверх. Вот сюда, как раз где верхняя буква «эй». Это тузы, тузов надо туда класть. А на них надо класть карты от двойки до королей. И также у вас присутствуют запасные карты. Вот в самом верху. Сейчас я их покажу. Так, секунду. Это запасные карты. Вот они, 24 запасных карт. Их можно убрать, когда вот внизу колоды ничего не осталось, чтобы переложить. То есть теперь шестерки никакой нет, можно взять сверху, положить на семерку, на пятерку, раскинуть на эту шестерку. То есть это такие помощники. Их все тоже надо потратить. Да, ну, можно, в принципе, потихоньку начинать. Тут уже подсказывает мне все. Если вам что-то непонятно, то можете посмотреть это видео, может, вам станет хотя бы понятнее. А то, может, я неправильно объяснил. Ну ладно, не важно. Идем. Тихонечко уже бой. Играть. Итак, мы видим то, что у нас тут есть. Красная девятка. Ах да, забыл сказать. И специальный расклад. Всего должно быть 7 колод. И они раскладываются так. Первая колода. Это всего одна карта, которая повернута лицом вверх. Вторая колода это карта, которая повернута вверх рубашкой. А вторая лицом вверх. Третья колода это две карты, повернутые вверх рубашкой. А третья сверху них лицом вверх. Четвертая колода это три карты вверх рубашкой. И четвертая карта сама, которая сверху лицом вверх. И так до седьмой карты. До седьмой колоды. То есть, да, не такое повышение идет. Ну что ж, начинаем. У нас есть король. Пятерка, двойка, девятка, еще одна девятка. Четверка и семерка. У нас не остается выхода, как брать запасную карту. О, краш, черная шестерка. Можно положить на красную семерку. А пятерка, четверка, краски на эту шестерку. Открывается следующая карта, да. Поднимается рубашка вверх. Открывается четверка красная, которую можно положить на пятерку черную. Пятерка черная только на шестерку красную, которую нет у нас. Угу. Итак, восьмерка черная на девятку красную. Вот, о чем я говорил. Вот пустая ячейка осталась, сюда можно положить короля. На короля черную даму красного валета и так на двойке. Следующее, открылся туз, туза, наверное, наверх. И теперь на туза можно класть карты от двойки до короля. Может понадобиться. Открывать следующая карта, девятка красная. Девятка красная, только на черную десятку. Ладно, тут вроде бы нет ничего, но осталось последние карты. Это у нас семерка красная. Ой, одну секунду. Семерка красная, можно переставить на восьмерку черную. Следующая карта. Семерка черная. Да, пока некуда вроде бы. Ну все, берем запасные карты. 22 штуки осталось. Семерка красная. Семерка черви красная. Ее можно положить только на восьмерку черную, либо на восьмерку трефа, либо на восьмерку пики. Ее у нас нету, поэтому следующая карта у нас десятка трефа. У нас тут даже валетов нет, только на валета красного, но вообще ни одного валета нет, поэтому следующая карта у нас валет. Но, к сожалению, у нас нет дамы.
Дальше идем. Десятка красная. Десятка красную. Можно положить только на валета черного, которого краски у нас нет. Следующее. Шестерка красная, только на семерку черную. И на это все можно положить пятерку. Дама, краски черная, дама пик, на бубнового короля. О, тут открылся, хорошо. Но двоек у меня нет, кроме двойки трех. Хорошо. У нас тут что-то еще осталось, на что можно что-то положить. И... О, король. Я не заметил, король еще один пришел. Но пока что нам не нужен. Открываем следующую карту. Еще один валет. Тройка на четверку. Хорошо. И все, дальше. Черную восьмерку на красную девятку. Так, ладно. Дальше у нас восьмерка красная на черную девятку. И на эту восьмерку можно положить всю семерку. От семерки до тройки. Так, тройка красная. На нее можно положить двойку черную. И тройку можно положить на четверку. О, дама. Дама черви на короля пика. И еще одна дама. Бесполезная вроде бы. Вроде бы да. Типа так. Так, десятки нет, но все вроде бы. Дальше у нас следующая карта. Шестерка черви. Можно положить на семерку. О, валет. Валет можно положить на даму. Так. А, и десятку можно положить на валета. Ой, тут целая девятка. От девятки до тройки. Целый ряд. Шестерка трефа. Но ее можно положить только на семерку красную. Ее у нас, как я вижу, нет. Идем дальше. Двойка пики. Только на тройку красную. Ее у нас нет. Пятерка трефа на шестерку. Дальше у нас пятерка черви. Черви только на шестерку трефа. Или на шестерку пики. Валета красного на даму черную. Валета можно положить десятку черную, затем девятку. Поэтому нам нужна десятка черная, как раз она там внизу есть. Десятка красная, это только нам пришла. Которая, кстати, не кстати. Пришла совсем. Нужен валет черный, его у нас нет. Идем дальше. Четверка черви. На пятерку трефа. А, так, вот вроде больше нечего положить на нее, да? Никогда. Дама. Но у нас нет короля другого. Так, дальше. Четверка пики на пятерку. Так, четверка тройка. Но тут трое других нет. Короля. Пока некуда нам положить. Восьмерку черную. Девятку черную. Да, пока тоже некуда. Девятку черную, краски, девятка трефа, десятку, туз, двойка, другая двойка, извините, ничего, двойка, бубен, краски вот сюда, надо положить, хорошо, тут у нас все, осталось только 9 карт, ну и мы можем снова начать, семерка, красная вот сюда, и семерку можно положить шестерку. Вот четверка у нас остается последняя карта. Открываем. Десятка черная, только на валета красного. Валет черный. О, кстати, можно короля положить вот сюда. Тройка новая. Так, валета. Пока некуда положить. Что ж, жалко. Дальше у нас двойка. Двойка пики. Дальше десятка бубен. На валета черного, но пока у нас нет. Дама бубен на черного короля. Черного короля у нас нет. А, вот черный король. Краски дама. Так, вроде бы пока все. Конечно, да. Девятка у нас только на черную десятку. Да, пока все. Восьмерка черви. Только черви только на черную девятку, которую у нас, к сожалению, нет. Пускаем. А вот черная девятка. На черную десятку только.
Ладно, дальше. Начинаем. Черная десятка. Нет. Вот валет. А, черная десятка я же что-то не увидела, можно положить. И на эту девятку. То есть для пасьянса косынка нужна только внимательность и смекалка. Только внимательность и смекалка. Если вы будете невнимательны и что-то вот не смекалисты, то вы можете не пройти. Особенно от невнимательности. Потому что надо работать не только с картами, но и с тузами кинете. Вот тоже надо что-то видеть, смотреть и так далее. А надо быть все равно тоже очень внимательным. Например, даму на короля, вот может не заметить сразу, это сразу приходится делать, чтобы потом не нарушать события. Ну, в принципе, если вы видите, что у вас появилась безвыходная ситуация, то запомните, безвыходной ситуации не бывает. Нужно применить хитрость, смекалку. Поэтому нужна смекалка и внимательность. Ладно, идем дальше. Так, что у нас тут осталось еще? Красной восьмерки нет? Нет. Ой, на валет можно положить десятку. И как раз... А, не девятка. А, вот девятка на десятку. Теперь нужен валет красный. У нас есть красный валет. Семерку. Ну, что-то некуда. Дальше девятка черная. На восьмерку. О, на десятку красную. На эту восьмерку. Все? Все. Осталась одна задачка. Где же этот валет? Ну вот, отличный случай. Вроде все, ситуация какая-то очень сложная. Нельзя решить. Теперь семерку можно вот сюда как раз положить. Двойку на туза, еще один туз, двойку сюда. И как раз таки десятка. Все. Здесь, в принципе, уже все готово. Ну, здесь можно, мне кажется, какие-то заполнения функции, но я покажу, если играть с обычными картами. Вы просто, да, и все, готово. Если у вас есть сверху короли, других карт никаких нет. Так, только валет вот сюда надо положить. Вот так вот, наверное, получится такая вот картина, по идее. Может быть, не такая, но главное, чтобы вот так шли карты от короля до двойки, ближе к двойке. Если так все будет, то, значит, вы решили все правильно. И можно уже потихонечку просто брать карты и класть их на тузов. То есть, например, тройку червовую на двойку червовую кладем. Четверку на тройку. Эту четверку тоже на тройку. Четверку пик пока некуда, потому что двойка. Значит, тройку пик сначала, потом четверку. Ну и вот так потихонечку заполняйте карты. Вот как я сейчас заполняю, вот так заполняете с обычными картами. Итак, до короля. И остался последний король. Раз, два, три. И последняя карта. И все. Ну вот у меня такая победа, и у вас должна получиться вот такие вот. Сейчас. Да, вот короли, получается, должны стоять на тузах. То есть туз, потом у меня двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, валет, дама и король. Если у вас появились вот такие вот, получается, колоды четырех мастей, и у них вот такой счет от туза до короля, то, значит, вы решили все правильно, и вы зажали пасьянс. Ну и вот, я показала, как решать пасьянс косынка. В будущем, может, покажу игру, если у вас колода 36 карт, как там раскладывать пасьянс на косынка, как у меня получилось хитростью так все сделать. Ну, а с вами был Алхой, это было мое первое видео. Если информация была полезна, ставьте лайки. Всем пока-пока!